Европейцы никаких заслонов не поставят, а белорусская КГБ и армия хорошо умеют работать. Прямо из вагонов, прямо на границу с Литвой. Шагом марш, и все быстренько перейдут границу с Литвой, с Польшей. И так каждый день. Вот они, афганцы, затопчут и Литву, и Польшу, и Украину. И на Украину уже запустить их. Но в Афганистане миллионы людей желают уехать. А есть еще боевики ИГИЛ, которые из Сирии перебрались туда. Коридор сделать, я вам говорю, товарные вагоны подогнать к Кабулу. Кабул там железной дороги нет, ну, Дюшанбе. Со стороны Туркмении железная дорога уже на территории Афганистана. Да и Узбекистан тоже. То есть прямо эшелоны заходят на территорию Афганистана, питание обеспечить и эшелонами гнать до Бреста. И потом, вот она, Польша, вот она, Литва, на юг Украина. И пусть они мучаются. По правилам Евросоюза никто не имеет права остановить беженцев. В Афганистане война. Полностью соответствует международным правилам. Война идет, гражданская, самая страшная в истории человечества. Никогда ни один литовский пограничник не имеет права подойти к афганцу. Поляк, украинец, всех запустить. Вот 5-6 миллионов запустить, пускай эти Зеленские и главы Польши и Литвы разбираются с афганцами. Их надо кормить, содержать, учить. Это будет им урок хороший, как ссориться с Россией.